think you're talking to? I spent time alone long before I met you. These days looking like a dream since I've been on the road. Seeing shit I've never seen before, and still there's no place like home. Spending all my days on the west side, yeah. It don't feel the same on the other side now. Добрый день, друзья! С вами дизайнер декора Олеся, дизайнер хомстейджинга, ваш дизайнер астрологии дома. И сегодня у нас для вас готова композиция под названием «На лазурном берегу». Все это мы рассказываем про планету Нептун, которая имеет прямое отношение к тому жилищу, где мы живем. Это для тех, у кого квартира, дом 9 или в сумме чисел 9. Это для тех, кто хочет усилить свои качества по знаку зодиака, это для рыб. И также в настроении Нептун очень хорошо оформлять северную сторону своего дома, потому что именно в той части у нас стихия вода. На лазурном берегу это самая дорогая недвижимость. Давайте же не будем откладывать, стать собственником. Две коллекции, которые вы можете приобрести для оформления, усиления своего дома. Первая – это коллекция для декора стены. И вторая коллекция – это коллекция текстиля, очень чувственная, нежная. Итак, красота дома, как в лучших домах. With somebody, so let's let our hearts bleed till they turn to rust. Gonna live it up, 'cause it's dangerous. No, I don't wanna play the part. I just wanna dance with somebody. 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 Мечтает о домике у моря, вам обязательно надо именно так оформить свою гостиную, чтобы уже быть на несколько шагов ближе к своей мечте. И напоследок, для настроения Нептуна у нас с вами будет коктейль Хуго. Коктейль по-нептунски, он называется Хуго, но нам его сделали на основе джина, и сейчас я покажу.
зеленый цвет, это потому что базилик. Восхищает. Есть в нем что-то тайное. Спасибо ресторану Бюро находок за этот коктейль. Заходите, пробуйте. Кто смотрел этот фильм, вспомнит, что стадо коров, овец, лошадей забрело на праздник во дворец. Там наелось и напилось так, что пьяными остались на столах. Именно декорация дворца с праздничной музыкой и подопечными пастуха впечатлят вас. Будет весело. Встречаемся на следующей неделе, во вторник, среду и четверг. Между делом хотела бы вас поблагодарить за то, что смотрите ролики, ставите лайки. Именно через ваше внимание, вашу оценку, это ваша обратная связь, которая очень для меня важна. И я чувствую, то, что я делаю, нужно. Спасибо вам. Или с вами ваш дизайнер декора Олеся, дизайнер хомстейджинга, ваш дизайнер астрологии дома. До новой встречи. Пока-пока.